Привет! Как дела? Сегодня я расскажу вам о том, как Лондон готовится к Рождеству. Все центральные улицы Лондона наряжаются яркими огнями иллюминации, витрины магазинов декорированы в рождественском стиле, много где появляются елки, снег. Ну, естественно, снег artificial, то есть декоративный. Везде летает дух Рождества, и в Лондоне становится по-новогоднему празднично и светло. Так вот, начнем с иллюминации. Иллюминация в Лондоне уже включается в ноябре месяце. Это три основные улицы. Это Оксфорд-стрит, Риджент-стрит и Карнаби-стрит. Чаще всего иллюминация на этих трех улицах поистине привлекает внимание туристов и даже жителей Лондона. Люди специально приходят туда посмотреть, как же в этом году украшена та или иная улица. Конечно, включение огней на этих улицах знаменуется праздничным событием, который называется «Включение рождественских огней». Каждая улица включается в разный период времени, но в основном это все происходит в ноябре. Обычно по традиции почему-то включение огней на этих улицах происходит по четвергам. В этом году 7 ноября включаются рождественские огни на улице Карнаби-стрит. Потом 14 ноября, то есть через неделю, включаются огни Риджент-стрит, а 21 ноября это событие произойдет на Оксфорд-стрит, на главной шопинг-улице Лондона. Многие универмаги также вот на Оксфорд-стрит украшают свои стены вывесками «Merry Christmas» или ну какие-то там шарики, снежинки, в общем, какая-то или иллюминация, или какое-то декорирование происходит. А помимо этого еще и в витринах происходит такая красота, что просто приходишь туда посмотреть, как в телевизор, и увидеть вот эту вот всю суть Рождества именно вот в таком вот окне универмага. Огни действительно очень красивые, иллюминация сияет всеми цветами радуги, и хочется приходить туда, в центр, все больше и больше, и чувствуется вот такой витающий дух Рождества. В этом году на Оксфорд-стрит обещают новую иллюминацию, которая будет состоять из 220 тысяч огней, и в перспективе на всю улицу будет выглядеть как такой digital screen, и возможно там что-то будет транслироваться, то есть нестандартное, что-то необычное и новенькое будет происходить на Оксфорд-стрит в этом году. Обычно на Оксфорд-стрит наряжают такие там какие-нибудь снежинки, и во всю улицу шарики такие светящиеся висят, тоже очень красиво. Однажды, будучи репортером новостного агентства Demotics, я попала именно вот на этот ивент, на это мероприятие «Включение огней» на Оксфорд-стрит, где присутствовала Кайли Минок. Мне, кстати, сначала отказали в аккредитации, потому что сказали, один репортер от одного агентства, и кто-то уже заявился от Demotics'а туда. Но потом мне позвонили и сказали, что тот репортер отказался, и мы бы взяли вас. Я была счастлива. Там присутствовала Кайли Минок, и когда пошел отсчет 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, она нажала на кнопку, вся улица загорелась, и пошел снег, искусственный, конечно. И как бы все были счастливы. Я была счастлива, потому что мне удалось попасть туда, где стояли все фотографы. Я была аккредитована официально, а уже за нами стояла вся остальная толпа, публика, которая собралась, и там была практически вся Оксфорд-стрит заполнена людьми, чтобы увидеть вот это событие. Мероприятие обычно начинается вечером, когда уже стемнеет, чтобы видно было лучше эти яркие огни иллюминации. Происходит оно где-то в районе 6-7 вечера, точно не могу сказать. Каждый год проверяйте расписание отдельно. Ну, как бы побывать на таком событии стоит. Естественно, если вы придете как публика, не как аккредитованный фотограф, или репортер, или журналист, надо приходить заранее, за 2-3 часа, чтобы что-то увидеть. Потому что даже если вы встанете и будете смотреть издалека, море людей, которые держат свои камеры, телефоны, камеры, я не знаю, что они на них снимают, там вот такая вот будет Кайли Минок. Ну, людям просто приятно запомнить, наверное, это событие, и пусть она будет вот такая, но она будет в своем собственном родном телефоне. Так что приходите заранее и занимайте лучшие места, чтобы увидеть вот такое событие. Я несколько лет снимала репортажи вот про Christmas Lights, и как вот выглядит
выглядит центральный Лондон во время рождественских огней, смотрите на моем другом канале, который я уже веду около 7 лет. И все репортажи, которые я снимала за 7-8 лет своего проживания в Лондоне, смотрите там. Канал называется London Island. Но там у меня просто репортаж с музыкой, без каких-либо слов. Я ничего там не объясняю и ничего не рассказываю. То есть, если вам интересно, как это все снималось, как это все происходит, традиции и культура, то, о чем я рассказываю на этом канале, смотрите здесь. Но если вам просто интересно посмотреть, где я была, в каких городах по Великобритании, что я снимала, какие события, London Island — это то, что вы хотите узнать о Лондоне и о Великобритании без каких-либо слов. Non comments называется. А здесь я буду вот рассказывать. Если у вас появляются какие-то вопросы о жизни в Лондоне, о том, как это снималось, о том, где я была, пожалуйста, задавайте здесь. Мне всегда интересно рассказывать именно о том, что вас интересует. Ну и подписывайтесь на мой канал. Какие еще рождественские мероприятия проходят по Лондону в ноябре и в декабре, я вам скоро расскажу. Пока на этом все. Пока-пока.